Уважаемые слушатели, ну, согласитесь, правда, последнее слово Бахтудинова звучит довольно мрачно. Как будто после выступления в суде мне зашьют рот и навсегда запретят говорить. Ну, может быть, не навсегда, а как минимум на 9 лет. Все понимают, смысл именно в этом. Меня изолируют от общества и держат в тюрьме, потому что хотят, чтобы я молчал. Потому что когда-то наш с вами парламент перестал быть местом для политической дискуссии. А теперь и вся Россия должна безмолвно соглашаться с любыми действиями власти. Но обещаю, пока я жив, я никогда с этим не смирюсь. Моя миссия – говорить правду. Я говорил ее на городских площадях, в телевизионных студиях, на депутатских собраниях. Я не откажусь от правды за решеткой. Ведь, цитируя классика, ложь – религия рабов, и только правда – Бог свободного человека. В начале своей речи я хотел бы обратиться к суду. Ваша честь, я признателен за то, как было организовано это судебное разбирательство. Это действительно стало приятным сюрпризом. Вы провели гласный процесс, открыли его для прессы и слушателей. Вы не мешали мне свободно высказываться, а моим адвокатам работать. И вроде бы вы не сделали ничего особенного. Так и должны проходить суды в любой нормальной стране. Но на выжженном поле российского правосудия этот процесс выглядит действительно как что-то живое. И поверьте, я это ценю. Скажу вам откровенно, Оксана Ивановна. Вы сами производите необычное впечатление. Я обратил внимание, с каким интересом вы слушаете обвинителей, защитников, как реагируете на мои слова, как сомневаетесь, как рефлексируете. Это для власти. Вы просто винтик системы, который должен безропотно выполнить свою функцию. Но я вижу перед собой живого человека. Я понимаю, что вечером вы снимете свою красивую мантию и пойдете за покупками, возможно, в тот же магазин, где моя мама покупает творог. И я не сомневаюсь, что на самом деле вас тревожат ровно те же проблемы, что и меня. Я уверен, что вы так же, как и я, потрясены этой войной. И, наверное, тоже молитесь, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Знаете, Оксана Ивановна, у меня есть принцип, которому я следую многие годы. Звучит он так. Делай, что должен, и будь, что будет. Мои друзья, мои знакомые, близкие часто это от меня слышали. Когда начались боевые действия, я ни секунды не сомневался в том, что должен делать. Я должен быть в России. Я должен громко говорить правду. И я должен всеми силами останавливать кровопролитие. Мне физически больно от осознания того, сколько людей погибло на этой войне, сколько судей покалечено. И сколько семей лишилось своих домов. Это действительно страшная война. И с этим просто нельзя мириться. И знаете, я клянусь, я ни о чем не жалею. Я мог уехать, мог бежать, я мог замолчать. Но я делал то, что я должен был делать. И я ни о чем не жалею. Потому что лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство. Конечно, ваша честь, я не жду здесь чуда. Вы знаете, что я невиновен, а я знаю, как на вас давят судебные системы. И очевидно, что вам придется вынести обвинительный приговор. Вы знаете, я не вижу на вас зла и не желаю вам ничего плохого. И все же постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы не допустить несправедливости. Вы просто помните, что от вашего решения зависит не только моя личная судьба. Это приговор той части нашего общества, которая хочет жить мирно и цивилизованно, которая не хочет жить в изоляции, которая не хочет, чтобы нас окружали недружественные страны, которая просто хочет мирно, нормально, счастливо жить. Той части общества, которой, возможно, относитесь и вы сами. Оксана Ивановна. Воспользовавшись этой трибуной,
Я хотел бы также обратиться к президенту России Владимиру Путину. Человеку, который несет ответственность за эту бойню, который подписал закон о военной цензуре, и по воле которого я, собственно, и сижу в тюрьме, интересы которого представляет наш уважаемый прокурор. Владимир Владимирович, глядя на последствия этой чудовищной войны, вы, наверное, сами уже понимаете, какую тяжелую ошибку совершили 24 февраля. Нашу армию не встречают цветами. Нас называют оккупантами и карателями. С вашим именем теперь прочно ассоциируются слова «смерть» и «разрушение». Вы принесли страшную беду украинскому народу, который, ну, наверное, никогда уже нас не простит. Но ведь вы ведете войну не только с украинцами. Вы ведете войну и со своими соотечественниками. Вы отправляете в пекло боев сотни тысяч россиян, многие из которых никогда не вернутся домой, превратившись в прах. Многие останутся калеками или сойдут с ума от увиденного и пережитого. Для вас это просто статистики потерь, для вас это просто цифры столбика. А для множества семей это невыносимая боль утраты мужей, отцов, сыновей. Вы лишаете многих россиян своего дома. Сотни тысяч наших сограждан покинули родину, ну просто потому, что не хотят убивать и быть убитыми. Люди бегут от вас, господин президент. Неужели вы этого не замечаете? Вы подрываете основу нашей экономической безопасности. Переводя промышленность на военные рельсы, вы просто поворачиваете нашу страну вспять. В приоритете снова танки и пушки, а наши реалии снова нищета и бесправие. Разве вы забыли, что такая политика уже приводила нашу страну к развалу? Пусть мои слова прозвучат глазом вопиющего в пустыне, но я призываю вас, Владимир Владимирович, немедленно остановить это безумие. Необходимо признать политику в отношении Украины ошибочной. Необходимо немедленно вывести войска с этой территории и перейти к дипломатическому регулированию конфликта. Помните, что каждый новый день войны – это новые жертвы. Хватит. Наконец, я хочу обратиться к людям, которые следили за этим судебным процессом, которые поддерживали меня все эти месяцы, и которые с тревогой ждут приговора. Друзья, какое бы решение ни принял суд, каким бы суровым ни был приговор, это не должно вас надломить. Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Я понимаю, как вас мучает ощущение бессилия, как вас мучает ощущение безнадежности. Но вы не должны опускать руки. Пожалуйста, не впадайте в отчаяние. Не забывайте, что это наша с вами страна, не их. Это наша с вами страна. И она достойна того, чтобы за нее бороться. Будьте смелыми. Не отступайте перед злом. И сопротивляйтесь. Стойте за свою страну. Стойте за свои города. Стойте за свои улицы. Но самое главное, стойте друг за друга. Нас гораздо больше, чем кажется. Нас гораздо больше, чем нас пытаются убедить. Мы с вами огромная мирная сила, которая способна поменять не только страну, но и весь мир. Но вас меня не переживайте. Обещаю, что я выдержу все эти испытания. Я не буду жаловаться и пройду этот путь с достоинством. А вы, пожалуйста, пообещайте, что сохраните оптимизм и не разучитесь улыбаться. Потому что они победят ровно в тот момент, когда мы с вами утратим способность радоваться жизни. Верьте мне, Россия будет свободной и счастливой. Спасибо.